А погодка предвещает большущие неприятности. Такие тучи, они все мозги сделают на ближайшие 3-4 дня. Торговля накроется. Все в лужах будет. Ужас будет. В лужах и сейчас, в принципе. Ну это что такое? Все одни лужи. Вон, дороги чинят, а с лужами не могут справиться. Да, я пойду. Блин. Дорогу чинят. И все в болоте пока. Я думаю, это время. И вот эту дорожку неплохо сделали. Пока. Луж нету. А этот срач никак не проберут. А вы, наверное, с этой организацией, которая дорожку чинит? Нет. Вот и чего нет? Не доделали это? Да. Администрация, люди ужас, ужас. Который год и уже я вот да. Все время мучаюсь с этим. Я ведь не фотографируюсь. Да, я вот снимаю все это, чтобы потом показать. Вы хотите и сказать? Правильно вы делаете. Мы им звонили, соседка моя звонила. Ну. Но нам звонила, что под мостом сделали. Этого дома, постоянно в воде. А это что такое они сделали? Ужас. Боже, надо обитать в центре. Боже. Это притом новое вот это. Или она здесь все время возникает? Это тут. Вон там все время, вот все время. Как будто бы не город, а да, деревня да. Какая-то. Это прямо вообще с ума сойти. Дальше. И сейчас смотрите. Должны здесь сделать эту Ну это я оградку, думаю, они сделают. Оградку. Наверное. А если бы вы посмотрели, где детский садик? Вот товары, белорусские продукты там, знаете? Да, да, да. И вот как-то тоже вот такая же хрень. Ужас. Вообще там, вообще кошмар, как говорится. Но они должны делать вот как эту, да, более-менее? Конечно. Ну вот у нее видите, ну и все равно она будет разваливаться. Она уже разваливается. Видите, там уже лужи появляются и прочее. А, да, да, да. Ее как-то они должны... Ну немцы-то умеют же делать. Почему в Германии столько же дождей, а луж нету? А у нас же воруют. У нас все воруют. Вы что, не знаете? Ну и что, это оправдание, что ли? Это не оправдание, они воруют. И что, воруют? Ну воруйте, воруйте, но и людям делайте, да? Они все воруют. Так же нельзя же. А возможно отчитались, что сделали. Да, ну а эта дорога, я думаю, вообще не предусмотрена. Они не видите, как... Здесь построили, а там нет. Не имеют права. Да. Будем жаловаться еще. Да. А что? Да вот.